Стой! Чего? Пригляди за девчонкой. Жалко будет, если убьют. Жалко. Давай, с Богом. Стой! Ствол на руку. Делай, как я. За мной, ясно? Не поднимай. Ну чё, сдохла? Терпимо. Молодец. Молодец. Пошёл. Давай, давай, прошла. Шевелится? Нет, товарищ Куприянов, никто не шевелится. Значит, такой билет им достался. В этой проклятой лотерее. Другой уже не вытащишь и не переиграешь. Ну что, шевелится кто-нибудь? Нет, нет, товарищ Куприянов. Нет. Никто не шевелится.
Знать бы, где упасть, соломки подстелил. Слушаю, товарищ Тейт. Куприянов, ну, что там у тебя? Думаю, это была разведка боем. Разведка боем была, товарищ Тейти. Потери есть? Ну, потери небольшие. Товарищ Тейти. Да знаю я твои небольшие потери, Куприянов. Ты мне мозги не засирай. Языка добыли? Языка? Нет, товарищ Тейти. Ну, Куприянов. Третий. Товарищ полковник, командующий. Слушаю, товарищ первый. У тебя шумели. Противник произвел разведку боем. Языка добыли, Аникеев? Нет. Разведчики еще не вернулись. Добудем, товарищ первый. Добудем. Смотри, Аникеев. Голову сниму вместе с погонами. Ну что, Вась, как всегда обещал голову снять? И вместе с погонами, да? Да. Товарищ старший лейтенант, там, кажется, кто-то шевелится. А ну пусти! Кто это? Узнать не могу. Черт. О! Смотри, Сенечка, вроде живой. Давай. Ай да боец. А? Меценбатова. Золото, а не боец. Слышь, это я тебе говорю. А? Ну, Бесконечно мне, дорогие девочки. Письма уходят в пустоту, а то, что они не возвращаются, дает мне надежду, что вы все-таки живы. Я знаю, что полевая почта иногда очень долго идет, но все равно мне горько и тревожно. Только работа не дает пасть духом совсем. В очередной раз просился на фронт, за что получил от коменданта трупы трое суток ареста. Сократили до двух в связи с премьерой. Но из театра не выпускают. Как будто я не могу сбежать. Но куда? Поздравьте меня. На премьере был полный зал. В основном ходящие раненые и эвакуированные были ленинградцы. Принимали хорошо, некоторые даже плакали. Я очень надеюсь, что вы все-таки еще вместе. Очень жду ответа. Ваш Леонид Астахов. Ты меня не понимаешь. А ты выслушай меня. Во мне 102 килограмма с лишним. А она меня на себе прет? Я ей говорю, ты брось меня, назад одна, одна ползи. Сознание потерял, очнулся уже у своих траншей. То есть это получается, что она меня, 102 килограмма, на себе перла. Люба, меня такого Борова на себе перла. Катенька, давай-ка сделаем ему укол. Сейчас я возьму давай? Самую большую. Нет, товарищ доктор, укол. Только не укол. Только не укол. Ну вот. Откуда прибыли? Все с Амурской флотилии, только с разных кораблей. Отлично. У нас, правда, не поплаваешь, зато поползаешь в волю. Вопрос к вам имею. Жить охота? Охота. Не слышу ответа. Охота. Левофланговый. Я. Ко мне, шагом, марш. Кругом. Пускай тебя бойцы хорошенько разглядят.
чтобы потом недоразумений не было. Меня Али зовут. Отставить смехи! Вот кому жизнь дорога, во всем и беспрекословно слушать меня и правофлангового. Всем ясно? Разрешите вопрос, товарищ комзвода, матрос Круглов. Спрашивайте, матрос Круглов. Бригада Любкина, а взвод что, Алькин, что ли, получается? Это куда мы попали, братва? Попрошу хорошенько запомнить. Матрос Круглов. У нас не один мой взвод, а вся наша разведрота Алькина. И кто у меня об этом забудет, живо у меня вылетит. Из разведки в пехоту. Там, конечно, не поползаешь. Но зато побегаешь. Вот только бегать придется недолго. Смирнова, быстро на правый фланг. Отставить смехи. Здравствуй, дорогая мамочка. Сначала о себе. Довольствие у нас хорошее. Есть пшенка, есть гречневый концентрат, очень питательный. Но, само собой, гороховый. Пшенку не каждый день, но дают. Дают и жиры. Не масло, конечно, но сало. Бывают с этим и трудности. Фронт есть фронт. Здоровье мое в порядке. Я весь день на воздухе, хотя, конечно, и устаю. Воюю хорошо. Замечаний и нареканий от командиров не имею. Твоя дочь, Алька. Здорово, бойцы! Здорово, коль не шутишь. Ну чё, как там мины? Мины в порядке. Ну, не отсырели? Слушай, шутник, мы тут одну балерину ищем. Кто? Балерина? Ну, может быть, и не балерина, я не знаю. А, Алька, что ли? Ну, наверное. Аль! Тут по твою душу! Командир взвода минометчиков, младший лейтенант Марат Хабибулин. Вы артистка? Да. Позвольте от бойцов взвода преподнести вам этот подарок. Ребят, выгружайте! Ой, мать честно! Слава впереди тебя бежит. Это откуда? А мы своих секретов не выдаем. А почта не ушла? Мой возьми. А вы, товарищ лейтенант, отнесите зеркало в будуар, к актрисе. Ребят, взяли! Вон прямо туда. Хитрый. Секретов. Осторожно, не разбейте. Wann hatten dir deine Freundin das letzte Mal geschrieben? Meine? Was meinst du jetzt, Lisa oder Eleonore? Lisa oder Eleonore? Eleonore meine ich natürlich. Eleonore. Ja, die hat gar nicht geschrieben. Weil ich war ja erst zu Hause zum Fronturlaub, weißt du? Und war aber ganz nett. Und hat man keine? Zwei, zwei, zwei.
Begriff. Wie heißt du denn nochmal? Hanna. Hanna? Also, mein Name. Ich hatte auch meine Hanna. Zurückhalten. Also, der Hanna hoffe ich doch wirklich, dass du folgst. Ja. Aber ich denke mal, das ist kein Problem bei dir, oder? So wie die aussieht. Ich bin hungrig, hab ich gesagt. Wir machen halb lang. Was heißt denn, die aussieht? Nein, ich auf die, oder? Und ja. Ja. Vielleicht bist du am besten drauf. Ты чё задумала, Айка? Если что, прикроете. Куда тебя чёрт понёс? Чё это она? Ты у неё спроси. А, дура. Was soll das denn? Auch Soldat oder so ein Heimatfalt? Naja, da ist so ein Gehbehinderter. Ah, ja, ja. Mann. Das sind die Schwinden. Beide seien die Kämpfen und an die Frauen. Bestimmt einer vom Stab. Was ist denn mit deinen geringen Funktionen? Das ist richtig. Und naja, auf jeden Fall habe ich die dann rausgeschmissen bei mir. Und da hat sich seitdem auch nicht mehr gemeldet. Ja, also, dann ist auch, wenn das nicht klappt, dann ist das wieder ein Hühner geht. Ich hab immer noch. Wir können das Kind überleben, dann können wir warten. Ich glaube, es gibt auch ein Fall, ich hol mir noch was. Mit Hannah kann ich noch was Besseres gelernt. Ja, also mit Hannah hege ich große Hoffnung. Große Hoffnung, muss ich schon sagen. Ich glaube, du sollst Koch bei den Russen werden. Also, Rascha. Hans! Что творит? Контуженная. Куда полез? Одуванчик. Ну что, встали? Каблук вам в глотку. Уходим. Бегом пошли. Ханс, Essen wird kalt. Ханс, komm her. Ehrenwort. Sie hat selbst angefangen. Честное слово, она сама. Ich wollte niemanden beleidigen. Я не хотел никого обидеть. Der Leutnant wird mir das nie verzeihen. Господин лейтенант мне это не простит. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie streng er ist. Вы даже не представляете, какой он строгий. Vielleicht schreiben Sie... Может, вы напишите... ...einen Brief an den anderen Leutnant. Записочку, господину лейтенанту, что она сама. Und ich habe nichts gemacht. Что не я. Dass ich nicht selbst weggegangen bin, sondern von ihren Leuten weggebracht wurde. А что ваши люди меня увели? Ja, es wäre besser, wenn ich einen Gefangenen hätte. Еще лучше, если я приведу пленного. Das würde meine Schuld beim Leutnant rechtfertigen. Это могло бы искупать мой... Meine Herren, versetzen Sie sich in meine Lage. Господа, войдите в мое положение. Vielleicht wäre jemand von Ihnen einverstanden, für mich mein Gefangener zu sein? Может быть, кто-нибудь из вас согласится побыть пленным? Der Leutnant ist sehr streng, aber zu den Gefangenen sehr gut. Господин лейтенант строг, но с пленными вежливо обращается. Возьми письмо, да. Смотри, не потеряй. Доставим, не боись. Алька, давай быстрее! Ну ладно, будь. А что нам делать-то? О! Возьмите, мадам. Спасибо. Мерси. Кому письмо? Да маме. Давно не отвечаю. Ну что, когда едем, а? Давайте уже, а, мужики. Давай, пошел. Отдохнуть охота. Добегался.
задерживайся. Привела, идиоты. Ой, чё это он на тебя так посмотрел? Чё, влюбился он в нашу муху? Войди. Ты чё? Ничего, устала просто. Иди, иди, чё смотри. Ну чё, здесь его? Да не, давай подальше. Надо брать? Надо, Сеня. Ох, как надо брать его, пока не ушел. И ночи дожидаться не будем. Не будем, Сеня, не будем. Опять людей положим. Комбриг обещал отделить или прикрыть, если что. Есть. Так, Алька пошла. Если накроет, сразу назад. Лучше Петюк, Селиванов, дело как я. Есть. Давай быстрее, Селиванов. Все целые, все. Прижали все! Селиванов сориентировался! Только не высовывайся особо! Что будем делать? Прорыв фланговый. Мать, ты чего? Да, пятку натерла. Размер-то не мой. Так удобнее, проверено. Ждите меня здесь. За секунду двигать. Куда ты? Огнем. Ай, хорошо, хоть не голая. Хорошо. Молодец. А, чё бросает-то? А, так удобнее. А? Проверим. Давай. Давай.
девочки не играли. Сеня? А ну, круглый, разреши. Недолго музыка играла. Камбригу, бегом. А вы танцуйте, танцуйте. Только это и умеете. Ну давай, мама моя родная! Давай! Ну давай, крыгай! Разрешите войти, товарищ комбриг? Пошла уже! Ты почему в таком виде? Босиком почему спрашиваю? На самом деле, что ты босая-то? Виновата, товарищ комбриг. Я ботинки там, на ничейной полосе оставила, когда языка брала. Совсем хорошо. Мало того, что чуть нашего офицера жизни не лишила, еще и ботинки немцам оставила. Какого такого офицера? Наблюдатель-то был не немецкий, а наш артиллерист, черт бы его драл, выдвинулся к немецким позициям, а тут ты. Его и накрыло. Он уже ощухался. Грозит тому, кто его накрыл. В общем, зарезать или башку отвинтить. Зайди в санчасть, он там. Ну, за мне это дело, извинись перед ним, что ли. На, носи, от сердца отрываю. Иди. Ну, иди, иди. Ой, разведчики. Сапоги были последние. Ну и что мне делать? Ну, спасибо, Любка. Опять на 3 размера больше. Ну и куда вы собрались? Да мы... Нельзя ли прогулок подальше выбрать закоулок? Ты гляди, стихами заговорила. Только, боюсь, стихи не помогут здесь. С нами поспокойнее будет. А ты не бойся, Сенечкин. Понял. Опа! Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? По какому вопросу? По вопросу взятия вас в качестве языка. Вы, сестра, за него лучше не просите. Что, сам боится подойти? Бабца прислал. Почему же боится? Я не боюсь. Я не сестра, а разведчик. Это я вас взяла. Вы уж извините. Что? Поосторожней. Боядерочка? Ты что, меня не знаешь? Ну? Ну? Байдерчик, ну ты что, не узнаешь меня? Ну? Курсантик. Лейтенантик, курсантик. Раз, два, раз, два. Не-не, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Байдерчик. А здорово у меня тогда. До сих пор в голове, извини. А с вид ты и не скажешь. Тонкая такая, хрупкая. А как вы тогда добрались? Ой, да нормально добрался. Ну, по правде говоря, прежде чем добраться, я еще добрал. Пришел, на брови. Под трибунал, конечно, не попал, война началась. Ну, залетел на 500, конечно. Слушайте, так выходит, мы вместе с вами фронт держим? Ну, выходит так. Не, ну тогда за исход войны я спокоен. Ну, и я не особо нервничаю. А как поживает Жизель? Надя погибла. Надя. Жаль. А, меня зовут... Я помню, Васильев. Саша. Саша. Саша Васильев. Саша Васильев. А меня Аля. Но вы можете звать меня Байдеркой, я не против. Хорошо. Байдерка. Ты гляди, уболтала. Прямо Молотов. Помирились? Да мы и не ссорились, товарищ полковник, потому что не успели. Она же меня сразу за горло взяла. Вот и хорошо, что помирились. Хорошо, что веселые. А мне что-то грустно. Да не переживайте так, товарищ комбриг. Будет вам хороший язык. Да знаю, знаю, что будет. Только не знаю, что будет. Люб,
Ну, подожди что-нибудь. Ну, что у нее за сапоги такие? Ну, где я ее возьму? У нее размер цыплячий. Ну, а ты поищи и найди цыплячий. Кто у нас главный друг морпеха? Ты или я? Ладно, подберу что-нибудь. Что-то не нравится мне тишина. Ой, извините. Вася. 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 Репетиции, проснулись. Летчика, что с настроением у нас? Катенька, спинку держим. Так, приготовились. Катенька, держим, держим спинку, дорогая моя. Приготовились сейчас с самого начала. Письма! Вот мое. А вам пишут, пишут. Тебе смотри, вот. Ай, как здорово. Слава Богу. Еду! Еду! Алька, чё ты возишься? Начальство новое едет. Давай скорей. Новый комбриг со своей свитой. Свежий кавалер. Такой Любку мигом утешит. Вы знаете, кто это? Узнали? Ага. Актриса Сенцова. Ее в новостях кино показывали. Самая молодая заслуженная в республике. Разговорчики! По-моему, здесь Любке делать нечего. Вы немца-то когда-нибудь приведете, а то только наших глушите, да языками чешете. Взвод! Равняйсь! Сверра! Товарищ полковник! Отставить, лейтенант, не на параде. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ комбриг! Вольно! Вольно! Отдыхайте, товарищи. Разойдись! Чикин! Слушаю, товарищ полковник. Значит, возьмете двух бойцов, проверите боевое охранение и изучите мою передовую. Потом в штабе доложите и обрисуете. Есть, доложите обрисовать. Сенечкин, Круглов! В распоряжении старшего лейтенанта Чикина! Ты не устала? Товарищ полковник, может, пообедайте с дороги? Я не хочу. Чуть позже, ладно? Можно позже. Ну, чё ты все мучаешься-то? Дай сюда. Снимай сапоги. Круглов. Да. Посмотри, что у него там. Да они просто давай. Больше размеров на 5. А это еще кто? Даже портянки наматывать не умеет. Наверное, кое-что другое. Чего? Смирно!
Возьмите себя в руки, боец. Лучше научите ее портянки наматывать. За мной. В этой шали я с ним повстречалась, и любимой меня он назвал. Я стыдливо глаза закрывала, а он нежно меня целовал. Машенька, послушай меня. Целовал. Я, наконец, принял решение. Целовал. Я подал рапорт командующему. Прошу его откомандировать тебя в тыл. Ты гонишь меня? Пойми, тебе не место на фронте. Ты меня гонишь. Ты меня совсем не любишь. Ну, ты же знаешь, что люблю. Ну, я же весь твой, весь принадлежу только тебе. А вот ты мне не принадлежишь. Но как же? Я твоя жена, а значит, могу принадлежать только тебе. Ты артистка. А если тебя убьют, народ мне этого не простит. Ну, народу нынче не до того. А вот ты... Ты хочешь избавиться от меня? Да я просто боюсь за тебя. А он и говорит по-немецки, цацки, пецки, а по-русски бутерброд. Лейтенант Баграмян, лейтенант Тютюнюк, остаетесь за меня. Бросить курить! Вперед! О, тю-тю, эрзац-солдат. Ну что? Что он сказал? Эрзац по-немецки, это какая-то замена. Разговорчики. Круглов, Синечкин. И как это? Смирнова. И Смирнова. Выдвинуться вперед. Изучить и доложить обстановку. Все остальные за мной. Ну что, броском или высиживать будем? Опять людей положим. Только тихо. Видишь двоих с тушенкой? Чую. Снимешь двоих. Попробуй. Сенечкин, твой на крыле. Да, серьезно. О, вот ты-то нам и нужен. Так, ребята, берем полковника и домой. Только тихо, умоляю, только тихо. Берем фрица и домой. Ясно. Да куда, да куда? Да куда ты? Молодцы! Молодцы! Благодарю всех за успешно выполненное задание. И потери небольшие. Молодцы! Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь. Это вам за Гришу. День немец из золота. В штаб фронта. Есть. Шайба, шайба. Думаешь, ты сгуд. Думаешь, ты зер интересант. Стало быть, вы, Чекин, требуете наказать Смирнова по всей строгости законов военного времени. Да-да, мы и накажем. Вы правы. Только вот как вы после этого думаете продолжать службу в мне, бригаде? Над вами же потешаться начнут.
Я вынужден ходатайствовать о вашем переводе в другую часть. Ну что стоишь, лейтенант? Иди собирай манатки. Есть. Не попадайся мне больше на глаза. Командир, разведроты ко мне. Есть. Шайбы, шайбы. Он даст свердиться гута, Коммен. Люб, ну перестань, тебе говорят. Ну что там, что? Это сидит? А ты тут лезешь, уже тебя руки пришить к тебе, что ли? Аль, ты здесь? Здесь, здесь. Он здесь. А я тебе что говорю? Вот Алька молодец. За всю роту отличилась. Кушай, Аленька, кушай. Мы в нашей разведроте тех, кто плохо кушает, не держим. Потому что когда разведчик хорошо кушает, он лев. Правильно, Куприянов? Это точно. А когда разведчик плохо кушает, он кто? Вот именно, кто? Глистово, мраки, толку от него никакого. Сама ты глиста. Петя. Аля. Ты б сама в этих сапогах побегала. Вот корми ее после этого, да? Куприянов, комбригу. Да знаю, знаю. Это что, борщ? От собаки борщ хряпают. Иди, иди! Ну, бабоньки, вы тут без паники. Иди, иди. Ну. Ну что, да, бабочки? Угу. Опорочила честь мундир. Ты что-то хотел сказать, лейтенант? Да подтереться и забыть, товарищ комбриг. Чё-то я не понял, Куприянов. Потереться рапортом советского офицера, которому твоя подчиненная нанесла увечи? У Чикина сломана челюсть. Товарищ комбриг, на войне чего только не бывает. И чего только не ломают. Ты дураком-то мне не прикидываешься. Да ну что? Ну теперь расстрелять её за то, что она хама по роже двинула, а? Я бы её отдал под трибунал, Куприянов. Да уж больно жирную дичь твои разведчики притащили. Вот. Этот немец Куприянов, не немец, это золото. Ладно, отправим в медсанбат. Эх, не выйдет, товарищ комбриг. Это в каком-то смысле не выйдет? Да в таком-то смысле не выйдет, дудки. Ну, вы у нас человек новый, не знаете. А девица эта у нас вроде талисмана. Вот такая вот тонкость. Вот вы даете мне приказ, что я делаю? Я первым делом иду к ней и говорю. Аля, говорю, мол, так, мол, так. Тогда она идет к ребятам и говорит, ребята, так, мол, так. А ребята ей отвечают, веди нас. И все будет в лучшем виде. Так может мне не тебе приказывать, а? Сразу ей командовать и все. Можно и так. Хуже-то от этого не будет. А наказать ее все равно обязан. Пускай посидит под арестом. Потом, когда выйдет, посмотрим. Может, к званию представим. А то взвод дадим, а? Вот это мудрое решение, товарищ комбриг. Подержи. Здравия желаю, Любовь Сергеевна. Товарищ мой. Мазь несу, не видишь? Ну что, здесь борща не дают? Да уж. Правильно, впредь не обзывайся. У кого язык длинный, того Бог наказывает. А ты первая начала. Мозоли соднят? Еще бы. Правильно, это тебе война, не Лебединое озеро. Не пуанты тапочки, а сапоги. На вот, намажь. Что это? Чтоб ноги твои разъедало. Ну и зараза ты, Любка. Фу, как воняет. Люба! А!
Люб! Люба! Люба! Ну чего тебе, Куприянов? Примерь, а? Как? Шелк, Куприянов. Шелк и пух. Вот. О, лебедь белая. Ну что ты делаешь-то? Ну? Положи немедленно. Прекрати, народ ходит. Ну что, тебе до ночи не дождаться? Ну, вот. Вот кончится война и заживем. Я буду сапоги шить. Заживем, Куприянов, обязательно заживем. А ты их на базаре торговать. Бог здоровый, прекрати, уйди немедленно. Что? Стучаться надо. Извините. Старший лейтенант Васильев прибыл в ваше распоряжение. Кто подписал? Комбрика подписал. Как ты его уговорил? Легко, я говорю, мол, всю жизнь мечтал в разведку ходить. А он что? А он? А он что? А он говорит, мол, валяй, мне сейчас разведка важнее пушек, так что... Молодец, хорошо врешь. Только в разведке ты ни черта не понимаешь. Кто я? Ты. Понимал? Мы бы тебя не обнаружили. Садись. Так научите? Не-а. Некогда учить. Научиться просто. Вот, например, что такое настоящий разведчик? Ну, настоящий разведчик... Без трофеев не бывает. Это что, мне? Вам. Каблук тебе в глотку. Второе. Настоящий разведчик без проставы не приходит. Это точно. Ну и третье заключительное. Настоящий разведчик всегда изумляет и парализует волю противника своим точным и неожиданным решением. Рыжики! Рыжики. Наливай. Ну, давай. За женщин. Угу. Да, сейчас договорим. В самом деле? Конечно. Посмотрим. Парень, он нормальный. Ты думаешь? Ну, да. Что сюда нельзя? Можно, да можно. Вопрос вот, по-хорошему можно или по-плохому? А ну уходите по-хорошему, а то будет по-плохому. Давай, пошли просто... отсюда, пошли. Уходим. Ладно. Ты что, уходим, все. Нормально. Все. Тихо. Уходим. Иди. Все хорошо. Ну все. Шляются тут. Давай-ка обойдем. А, вот там. Тихо! Ой, не надо, больно! Сиди тихо, понял? Салют, ВДРчка. Вы как здесь? То есть как это? Перевели к вам из артиллерии? А вы не рады? Да рада, я рада. Голова не болит? Нет, она еще крепче стала. Фу, какая гадость. А это, я так понимаю, туфли Золушки. Да ничего вы не понимаете. А? Нехорошо. Нехорошо, нехорошо. Подумаем. Надо. Ну все, пока. Вот тебе твое оружие. Никого не пускай. Понял? Понял. Спасибо. А мы, может, вернемся. Yeah.
Целиста. Поди, шугани их, а то опять не высплюсь. Ну, Люб. Иди, тебе говорят. Ну, Люба. Иди. Да холодно же. Ничего не холодно, иди. Черт, холодина-то какая. Кому сказала? Да иду, иду. Петь, ну? Ну, иду, я иду. Черт, коты эти засранные, откуда взялись-то, только непонятно. Победил. Слышь? Молодец. Люб. Люба. Ну что? Ну, Люб. Куприянов, убери руки, спи давай. Спи. Ну, Любонька. Что ты идет? Да свои, свои. Ты что? По-хорошему или по-плохому? Проходи, боец, да? Слушай, старик, я хотел у тебя спросить. У тебя закурить не найдется? Да я тут кончу. Ну что ты? Да перестань. Да говорю, кончу. Да ладно тебе. Даст ну что ты? Куприянов! Это что такое, я тебя спрашиваю? Это что сюда зайти кто угодно может? Уйди с глаз моих! Люб, ну кончай! Люба! Куприянов! Что случилось? Чего это она? Чего кричит? Куприянов! Ну, что собрались? Кричит? Да, кричит! Огорчена, вот и кричит! Да иди ты! Ну что, встали? Каблук вам в глотку! Куприянов! Ну что, пошутили? И хватит. Теперь верни. И не подумаю. Что за шутки? Я не шучу. Верни, тебе говорят, а не то. Что? Силы отнимите. Вот именно. Не смейте! Ну! Ну! Махнем! Не глядя! А? Ну! А? Коты мартовские. Дураки вы, мужики. Но вы же сами учили. Чему? Настоящий разведчик изумляет и парализует. Ну что, удобно? Удобно. Отдашь? Не отдам. Носи на здоровье. Дарю! Отвали ты! Ну? Ну не переживай, сошью эти сапоги. Ну что это были за сапоги? Дрянь не сапоги. А я тебе сошью новые сапоги. Да как же сошьешь? Да сошью, обещаю. Обещаю, ну скоро сошью. Ну перестань. А кожу где возьмешь? Да возьму я кожу. Да, возьмешь, как же. Дождешься от тебя. Thank you.
Батман. Wunderbar. Das ist eine russische Nachtigall. Ja, ja, lass uns weiter. Die warten schon auf uns. Ich hätte nie gedacht, dass es in Russland auch Nachtigallen gibt. Кожи нет. Носит один дрянной коленкор. Черт побери. Ты чего? Да так интересно. Lauf! Ja, wohin? О, а вот и кожа. Оружие. Иди сюда, толстый. Кожа. О-ка, смотри, а. О, ну-ка, а ну выходи. Большой какой, а. А ну выходи. Ну-ка, поворотись. О. Тебе что, особое пары. Приглашение нужно? Давай-ка, портфельчик. Давай, ну! Ты жива? Жива, жива. Слава Богу. Саша. Саша, что с тобой? Саша. Помолчи. Я бы глотнул. Помолчи. Для дезинфекции-то. Ох, жаль-то. Раз. Раз, два. Раз, два. Три, не отпускай. Слышишь, не отпускай меня. Молчи, дурак.
Не отпускай, говори. Раз. Раз, два, три. Саша, я держу. Держи, держи. Держи. Саша, Саша. Раз, два, три. Я держу, держу. Давай, 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 держи, держи. Слышишь меня? Держу. Раз. Раз, два, Саша, три, я держи. Не отпущу. Держи меня, я держи. Отпущу, слушай меня. Раз, держи. Слышишь меня? Держи, не отпускай. Ну. Слышишь, Саша? Держи, держи, я держи. Держу. Держи, держи. Держу. Слышишь меня? Держи, держи. Сознание теряет. Саша. Держи. Саша. Ну, держи, держи. Саша. Держи. Катя. Микулича. Шарик. Пульс. Микулича. Раствор, давай раствор. Тяни сильней. Новокаин. Дай сюда. Дай крючок другой. Быстрей. Крючок. Держи. Тяни. Сильнее тяни. Тяни. Алечка, тяни сильней. Вот так. Молодец. Новокаин. Еще. Аля, тяни сильней. Дай сюда. Другой крючок. Держи. У тебя силы есть? Тяни, тебе говорят. Хорошо. Микулича. Девочки, пуля. Вот она, держи. Еще. Тихо. Все, сейчас будем кровотечение останавливать. Микулича, дай. Сейчас будем зашивать. Тихо. Все хорошо, тихо. Молитву какую-нибудь знаешь? Нет. Значит, сама сочини и молись. Воды не давать. Пулю еле выковыряла. Что? Пулю?
Пуля, это хорошо. Да? Очнулся. Сейчас буду. Это хорошо, ага. Что очнулся. Люб, ты так потрогай, что за материал. Ну, потрогай. Неугомонный ты мой. Вот. Петь. Петя, ау. Что? Люб. Ну, извини. Пойдем. Пойдем, здесь все в порядке. Выпить хочешь? Не знаю. Живучий. Надо. За здоровье. Это что, снег, что ли? Ты гляди-ка. Хорошо пошли. Комбат молодец. Ну, сколько мы еще ждать-то будем? Товарищ полковник, разрешите обратиться. Артисты опоздают на час, может, даже больше. Это как это? Летчики перехватили. Ох уж мне эти летчики. Да уж. Ну, что будем делать, Куприянов? Я могу чечетку, товарищ комбриг. Знаю я твою чечетку. Маш, может, ты нам споешь, а? Мудрое решение, товарищ комбриг. Нет, Петь, я не буду. Пожалуйста, спойте, я сказала, что я не могу. Ну, пожалуйста, мы вас все просим. Пожалуйста, Степан, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, нет. Выступает заслуженная артистка республики Мария Сенцова. Просим! Здесь так отрадно и светло. Я поцелуями покрою уста и очи и чело. Я поцелуями покрою уста и очи.
давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Тебя я лаской огневою. Ты чего? Ничего. Обожгу и утомлю. Не уходи, будь со мною. Пылает страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Не уходи. Сейчас, погоди. Ну что, братцы, холодненькой? Почты не было? Догоняет. От мамы давно писем нет. Почта? Так. Что это у тебя, седой? Ну-ка, дай-ка сюда. Бетховен, Риголетто. Нет, толстовато, дымить будет. Учебник физиологии. Деятельность поджелудочной железы. О, вот это то, что надо. Давай. Держи. Держи. Попробуй-ка круглую табачку. А скажи мне, Байдарочка, как ты ко мне относишься? С уважением, товарищ старший лейтенант. Но почему сразу товарищ старший лейтенант? Почему не просто? Саша. Ну, потому не просто Саша, что с уважением. Вот с уважением и только. Может, и не только. А что еще? Мало ли что еще. Ну, все-таки. Жалею немного. И вот когда душа тоскует и проклинает все в душе, так много радости приносит нам дорогая ППЖ. Так много радости приносит нам дорогая ППЖ. Чувствуешь, круглый мой, мягче? Она войдет блестя очами, светлее станет в крыше. Скрещивание морских свинок, а как пример дегидного щеклина. А ведь холодными ночами ты дорога нам попажешь.
Тогда напрасно ты прибегнешь к услугам верной ППЖ. Клич обвинения и презрения несется вслед вам ППЖ. Клич обвинения и презрения несется вслед вам ППЖ. Козлы вы. ППЖ, ППЖ. Попеть больше не о чем. Вам пакет, товарищ комбриг. Иди. Поехали. Тебя откомандировывают в тыл. Но не совсем в тыл, на Ленинградское радио. Товарищ комбриг, Полундра. Что, немцы? Да какие нахрен немцы? Любка рожать собралась. Это что, Васильев? Я же не курю. Молчи, это МЗ, пригодится. Аля! Ну? Сдашь начальнику госпиталя лично, понятно? Да не волнуйтесь вы. И не возвращайся, пока не узнаешь, что все в порядке. Ясно? Ясно. Буду рядом, пока не родит. Дай сюда. На, вот держи. Это зачем? Это полегче будет. Аль! Узнай, что все в порядке. Тогда возвращайся. Прощай, Куприянов. Трогай. Некогда мне с тобой возиться, назад бы успеть. Правильно. Чего со мной возиться? Баба с воза, кобыле легче. То есть ты баба, а я кобыла? Грубая ты, Любка. Да далеко тебе еще до кобылы. Жеребенок ты еще и не понимаешь ничего. Люб, ну ты чего? Люб, ну ты боишься, что ли? Да ты не бойся, мы скоро приедем. Далеко еще? Близко. Да не боюсь я. Чего мне бояться? Для меня уже все кончено. Ну как кончено, Люб? Ну разве ребенок это кончено? У меня все было. Война, жизнь, любовь. Да тебе этого все равно не понять еще. А теперь что? Рожу и в тыл отправят. И не увижу вас больше никогда. Живы вы быть, убьют вас, все равно не увижу. А мне идти-то некуда, у меня сожгли все. Вот и будет такое. Хлеб, вода, примус до пеленки. Люб, да мы увидимся. Обязательно еще увидимся. И живы будем, и Куприянов тебя найдет. Добрая ты, маленькая, поэтому и добрая. А все равно спасибо. Возьми, а? Здесь адрес моей мамы. Зайди к ней обязательно. Скажи, что у меня все хорошо, и спроси, почему не пишет. Обязательно передам, не волнуйся. А ты поторопись, а то Любка сейчас прямо здесь родит. Точно, рожу. Комбригу что-нибудь передать? Передай, что... Хотя... Сама напишу. Счастливо. 3 часа лету, и вы уже в Питере. А я вас узнал. Вы снимались в кино. Как это? Девушка на крыше. Любите кино? О-хо. Обожаю. Смотри, уже приехал. Какая ППЖ, капитан медицинской службы. Братка, подтянитесь. Спасибо. Удачи вам. Спасибо, Юра, счастливо тебе. До встречи.
и до шестой. Где у вас начальник госпиталя? Где у вас начальник госпиталя? Прямо и налево. Товарищ майор, уже начинают. Все, иди. Есть. А, понимаешь? Ох. Вот ты сегодня дежурный. Вот так вот. Да. А спирта все не везут и не везут? Не говори. Ай. Ну, может, к концу успеешь. Ну, будет, не скучай. В госпитале вам оставаться нельзя. Если хотите, ждите снаружи. Родиться сообщим. Все, боец, идите. Но у меня приказ. В чем дело, боец? Кругом! Марш! Кать, ты куда? Сейчас приду. Девушка, у вас мальчик родился. Где? Пошли. Пошли, пошли. Товарищ старший лейтенант! Вот она! Ты чё, не лейтенант, она капитан. Как назовешь? Не знаю, еще не решила. Надо Виктором назвать. Почему Виктор? Виктор это... Виктор значит победитель. А может, Альфред? Ага, ты еще давай духом назови. Да надо назвать Степаном, и все. Да почему Степаном-то? А батьку моего Степаном зовут. Не знаю, еще не решила. Слушай, а может, Костя, а? Почему Костя? Потому что я Костя. А ты-то тут при чем? Вот, понимаешь, к сожалению, ни при чем. А имя красивое. Ну, понятно, потому что твое. Девушка, а у вас закурить не будет? Да. А то что-то там жрать хочется. Что аж в горле пересохло. Ага. Вот курим! Да. Так, я же не курю. Давай. Да я не курю. Так, руки, руки. Да, тихо, да. Тихо. Орлы. Все. В порядке старшинства, орлы. Ну... Тихо, я сказал. Спасибо. Алька! Спасибо огромное. Алечка. Леня. Алечка. Леня. Вот видишь, говорили, что встретимся в Берлине, а увидели здесь. Как ты? Ты-то как здесь? Я сбежал от них. Я их обманул. Из Перми с уходящим эшелоном. А гид-бригаду организовал. Ага. Я же вам писал. Я помню, Лёнь. Я помню. Да, я иду. Это моя Катя. Здравствуйте. Моя партнерша Катя. В первом отделении я танцую яблочко, во втором она танцует байдерку. Московская школа. Очень приятно. Леня очень много о вас рассказывал. Лень, нам уже пора. Мы сейчас по 6 концертов в день даем. Вы уж извините. Мы тебя ждем. Да, иду. Всего доброго. Молодцы. Как Надька? Надя? Ну где она? А ты знаешь, что она мне сказала, когда мы виделись с ней в последний раз? Нет, не знаю. Она сказала, что никогда не выйдет за тебя замуж. Потому что два танцовщика в семье – это как-то глупо. Какие мы были маленькие. Как твои? Да. Лиза погибла в 42-м году. Пошла за водой и не вернулась. Я иду. Бабушка умерла во время войны от голода. Ты что, плачешь? Ну ты же плачешь. Нет, мне просто бабушку Лизавету жалко.
Я иду, ребят! Скажи Надьке, что... Скажи ей, что... Ладно, я сам скажу. Встретимся в Питере. Ну, кто там? Мальчик. Ну, я же говорил, что будет мальчик. Ты проиграл. С тебя табак. Вот ты. Стой. Кто идет? Свои. Кто родился? Мальчик. Где Куприянов? В алтаре. Алька, выходи за меня замуж. Да отстань ты. Ну что, не согласилась? Не. Удивительно. Да. Ну, как дела? Мальчик. Это хорошо. Подвиньтесь. Как назвали-то? Святогором. А чё ж не Берендеем-то, а? Ой, Любка, от нее все что угодно можно ждать. На. Что это? Татарин передал. Носи на здоровье от старшего лейтенанта Марата Хабибулина. Какой татарин. Неземной красоты. Фу. Василий, спи. Уснешь тут. Васильев. Чего тебе? Васильев, я красивая? Красивая, красивая. Нет, ну правда. Я красивая? Ну я же тебе говорю, красивая. Ты говоришь. Ты это не считается. Ну а как же тогда? Спи, Васильев. Оль. Да спи ты, Васильев. Вы кого-нибудь ищете? Смирнова из 21-го дома. А, Веру Георгиевну из 7-й квартиры. Знаю. Этого дома уже нет. Прямое попадание. А Вера Георгиевна была в квартире. Посмотрите вещи, может быть, чего-нибудь увидите, знакомое. Нет, я у них никогда не была. А. Вот статуэтка. Видите? Это и 7-й. Нравится? Красиво. Да. Фарфор. А уцелел? А я ей письмо от дочери принесла. Спасибо. Возьмете? Thank you.
Здравствуй, дорогая мамочка. У меня все хорошо. Кормят хорошо, одеваюсь тепло и не простужаюсь. Долго не получала от тебя писем. Мы быстро продвигаемся на запад, и письма нас не догоняют. Не сегодня, а завтра пересечем границу. Очень соскучилась по тебе. По Невскому, по нашему училищу. Да, здесь встретила нашего Лёни. Он молодец. Сбежал из Перми, организовал агитбригаду и танцует яблочко. Твоя дочь Алька. Ну что, поймал? Да. Саня, смотри. Бабы! Мост восстанавливают. Они не только мост восстанавливают. Слушай, давай-ка я сплаваю, знаю, может помочь чем? А че ты-то поплывешь, а? Потому что я плавать умею. Как будто я не умею. Разговорчики с Селиванов, давай-ка. Не знаю, не знаю, че ты там умеешь, но кому угодно доверять. Такое дело нельзя. Ну, девчины, батщи, хлопцы! Где, где? Ну что? Я же вам говорил. Крулый как бог плавает. Здравствуйте, пани и паненки! А ты куда? По бабам. Я с тобой. Как уж. А куда же вы без меня? Ну и ну, вот дела. Только тихо. Не отставать! Давай! Плотнее держись! Переплываем государственную границу! Форма одежды номер стой, раз! Держи! Тише. Ладно, ладно, давай. Ай! Сеня, ты куда? Рыжая моя! Вот и я. Ох, какая красивая рыжая. Ой, как же русский, ты понимаешь, а? Рубашку ты не мешай, а? Ну что стоишь? Иди, куда пришел? А ну раздевайся. Чего? Рубах снимай. Зачем? Отожму. А. Отвернись. На, отжимай. Чё смотришь? Отжимай.
Ой. Такую войну я не видел. На. Иди, иди. Туда. Не спишь. Ну, мальчики, не одевайся! Аля! Аля, ты где? Аль! Это баба! Покорешь, сходили по бабам. Аля! Аля! На, это баба! Девчины, это баба! Полундра! Полу назад! Старый, давай! Ходу, мужики, ходу! Полундра! Другого, быстрее, давай! Иду! Да я тихо, куда ты? Ты! Стой! Стой, поганцы! Зарезали, сволочь! Сам командующий с инспекцией! Да лучше бы вы там потонули! Что? Становись! Товарищ командующий! Подожди! Докладывай. Товарищ командующий, веренная мне рота по вашему приказанию построена. Вольно. Вольно. Веренная, говоришь? А кто из веренной тебе роты этой ночью самовольно покинул расположение части? А ну-ка, шаг вперед, марш! Раз, два. Что, неужто все? Так точно! Да. Что, и ты по бабам ходила? Так точно, товарищ командующий. Отставить смехи! Да. Я смотрю, вы хорошо спелись. Ну, хорошо. Коль вы так решили, то и я решаю. Всех лишить наград. Ордена и медали снять. Ну вот и славно. В наступление пойдете налегке. Комбриг, за мной. Есть. За мной. За мной. Наступление завтра, я наступаю слепую. Языка не можем больше ждать. Товарищи офицеры! Сидите, работайте! Сидите! Сводки где? Там у лейтенанта, товарищ генерал. Связывайтесь! Связывайтесь! Сводки! Пятый. Я первый. Средства. Согласен. Пятый. В штатном расписании. Пятый. Я так, что стоим? Прошу. Ведите в курс дела. Сюда. Пятый. Слушайте, ваша задача ответить минимальными средствами и людскими, и техническими разведать сосредоточение немецких войск. Приказ отпечатать на передовую. Пятый, я первый. Опорный спецбайка, скопление Е. Пятый. На том берегу? Да. Повтори, что должна сделать. На том берегу посылаю троих в разные стороны.
разведать, где немецкие окопы или иной опорный пункт. По возвращении всех троих подаем сигнал фонарем. Чего, где и сколько. Рацию применяем в случае окружения. Скорректируем огонь на себя. Заместителя назначила? Так точно. Старший сержант Сенечкин. Ну дай бог, чтобы ему не пришлось тебя замещать. Ответь. Прошу, на пассажок. Пятый, не слышу. Ответь. Да. Пятый. Курите. Пятый, я первый. Вопросы есть? Есть. Товарищ генерал, после атаки вернете нашей роте боевые награды. Награды я отдам. Но только там, на той стороне. Не обожгись. У тебя в Ленинграде остался кто? Мать. Только не пишет давно. Награды, в случае чего. Кому переслать? Матери. Ответь. Thank you.
Ну что, Круглов, приступаем к заранее спланированной операции? Так точно. Это какой такой операции? Сейчас поймешь. Эй, командир, смотри, не проедь! Стой! Куда? Давай, 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 давай! Да куда? Ну, руку давай. Руку давай. Ага. Вас ждать? Обязательно ждать. Куда мы бежим? Давай, 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 пошли. Давай. Пошли, пошли, пошли. Не отставать, ждите меня Круглов, здесь. Давай по-быстренькому там. Все нормально, командир. Скажи-ка мне, Алька, любишь ты Сашу Васильева? Твое-то какое дело? Хорошо, ставлю вопрос иначе. Как ты относишься к Саше Васильеву? Хорошо отношусь. Значит, любишь. Так, Саша Васильев, к тебе у меня вопрос. Любишь ты ее? Честно? Честно. Люблю. Значит, все решено. Вы куда? А вы что, последний? Мы первые. Ребят, все готово, пойдем. Давай, 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 давай. Извините. Я не готова. Извините. Да не готова я. Давай быстрее. Ну не готова я. Пардон. Извините, пожалуйста, на секундочку. Верну, верну, верну. Все в сборе? Все. Красноармейские книжки при себе? Конечно. Да. Верю. Верю, что все в порядке. Так, а свидетели есть? Есть. Очень рада. Ну что ж, приступаем к церемонии бракосочетания. Я слушаю. А можно выйти? Куда это? Мне в уборную, я на минутку. Потерпеть не могла. По коридору направо, крайняя дверь. Извините, она волнуется в первый раз все-таки. Сеня, проследи. Извините, сейчас будет все в порядке. Да никого нет. Агриппина Ваганова. Точно сюда. О. Ага. Thank you.
Чё это? Ничего. Хоу. Да тихо ты. Да. Давай. Не лезут больше. Пускай меня. Не отпущу. Эх, да. Побриться надо было. Да надо. Все-таки в Питер прибыли. Ну. Круглый. Да. Но. Как ты думаешь? Чего? Эрмитаж открыт? Зачем тебе? Мечтаю в Эрмитаж и в русский попасть. Зайдем. Не отпускай меня. Не отпускай. Не отпущу. Давай сначала за победу. Давай.